Добрый день, меня зовут Иван, я представляю компанию XT. Сегодня мы покажем вам самую брутальную тачку по версии журнала Top Gear – Ford Raptor. Данная машина приехала к нам в полном стоке. Тут же была перекрашена в белую матовую краску, в белую матовую полиуретановую краску. А оборонный материал, который абсолютно не боится гидравлических жидкостей, отлично противостоит пескострую и просто отлично выглядит. На машину была установлена, опять же, дополнительная оптика ProLight. Вместо противотуманных фар установлена люстра за решетку радиатора. Также установлена лебедка в штатное место, установлен кунг. Вот, произведена полная шумоизоляция салона. На машине переделана выхлопная система. Сделали разводку на две стороны, поставили насадки от джипа Grand Cherokee SRT8. Поставили опять же дополнительные огни заднего хода, потому что машина абсолютно слепая. И достаточно интересный момент, переделали задний бампер под наш номерной знак. Вот, то есть знак стоит в нише бампера, абсолютно не мешается, можно пользоваться ступенькой. Вот, красиво, все подсвечивается, ничего не гнется, не ломается, не отваливается. На данном автомобиле частично перетянут салон, вот, перетянуты сиденья, черно-белый цвет с сохранением системы вентиляции и подогрева. Сделаны логотипы Raptor, вот надпись Raptor и, собственно, тиснение самого Raptor, чтобы было понятно, что за машинка. Весь штатный пластик переделан в рояльный лак, черный и белый. Мультимедийная система, да, оснащена системой навигации с указанием пробок.